Радиук Светлану Николаевну с днем рождения поздравляют любящий муж, дочь Юля, сын Саша и его семья, дочь Таня и ее семья и мама Аня. Любимую я буду восхвалять. Жена, тебе сегодня 45. Моя ты путеводная звезда, любимая красавица-жена. Мы пережили много перемен, пусть был тяжелый жизненный момент, но через тернии с тобой мы прошли и светлый путь смогли найти. Мама, поздравляю с днем рождения, с каждым днем ты только молодеешь. 45 ты как 20-летняя, только знаешь все и все умеешь. Будь здоровой, мама, жизнерадостной, не болей и меньше уставай. Расцветай, родная, ты на радость нам, книги интересные читай. Долгой-долгой жизни тебе, мамочка, будь счастливой каждый в жизни день. Пусть на щечках от улыбки ямочки, счастье, будто платье, ты надень. Прости за то, что долго шел к тебе, прости за то, что я не мог тебя найти в огромных многолюдных городах. Тебе мы связаны навек одной судьбой, и время, проведенное с тобой, давно уж исчисляется в годах. Держу в своих руках твою ладонь. Мы вместе, и не важен стрелок бег. Тебя создал Всевышний из моей мечты. Не забывай, любимая, что ты моя душа, мой пульс, мой оберег. Больше не могу молчать, на весь мир готов кричать. Жена, ты мамочка моих детей.